Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вы видите, как мы пиляем стену? Она очень древняя. Да. У нее даже есть известие. За четверг, 6 июля 53-го года или 63-го года. Дальше уже непонятно. Но у нас здесь будет вход, да? Да. Перенесем двери. Угу. Ты довольная? Да. А ты помогать будешь? Угу. Попилять хочешь? Да. Ну, бери, пиляй. Только мне нельзя, потому что здесь очень остро будет. Вот, берешь и пилку вот так. Раз, 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 раз. Ага. Становись. Пробуй. Ух ты, помощница какая. Ай, ноги колят, ай, ноги колят, ай. Все. Ноги колят. Помогла? Ноги колят. Эх. Кируха, кируха. А там что? Там вещи накрытые. А зачем ты все пеленками понакрывал? Чтобы пыль никуда не падала. Чтобы меньше убирать. Папа. Что? Можно я буду тебя подавать? Что будешь подавать? Ну, всякие инструменты. Конечно, можно. Ты же моя помощница. Угу. Да? Папа, тебя вот. Я знаю. Помощница. Угу. Нравится помогать. Стройка нравится. Да. Да. Мы уже там сделали почти что. Теперь здесь пилим. Там почти что сделали. У нас просто не привезли плиты нам, которые надо. Да. Для балкона. Вот привезут их скоро и будем доделывать. Да. Да? А потом будем ремонт делать, да? Угу. Так и живем. Он умел. А ты чего моя пеленка детская накрыла? Это не я, это мама. Это вообще-то не для рыбы. Она постирает. Не, тогда краска, наверное, же смоется. Не смоется. Я не хочу, чтобы мама стирала ее. На меня посмотри. Улыбаемся. Ой, 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 помощница. Видишь, у меня вавки. Вавки. Да? Да. Вава. 100. Может быть, тебе пластыри принести? Нет, спасибо. Знаешь, мне Оля Булякова сказала в видео, то, что если человек положил обжогу, берете стакан, наливайте туда воду и мочите палец, ну, не трогая. Понятно. Она молодец. Она тебе нравится? Вот так просто вмакаешь и все, держишь там. Да, она тебе нравится? Угу. Тоже будешь в кокошниках ходить, когда вырастешь? Угу. И песни петь? Да. Молодец. Давай петь. Но только ты никому, папа, это видео не показывай, потому что мне еще Даня сказал, боже мой, царица, а ты моя девица. Чего? О, боже мой, девиз, а ты моя царица. Все, не давай мне показывай. Это мне надо научить. А что это такое? Плохое что-то? Я не знаю. Мама меня может наругать. Все, закончилось.